Группировка войск Луганской Народной Республики, продолжая наступательные действия, ведет бой в городской черте на северо-западе, северо-востоке и востоке города Северодонецк. Подразделения Донецкой Народной Республики, развивая наступление, взяли под контроль населенные пункты Михайловка, Ставка, Ботманка, Васильевка и ведут бой за Верхнеторецкое. За сутки авиацией и средствами противовоздушной обороны российских воздушно-космических сил сбиты 2 украинских самолета Су-25 в районе Чернигова, 1 МиГ-29 в районе Новая Быковка, а также 4 беспилотных летательных аппарата. Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 128 военных объектов Украины. Среди них 1 зенитно-ракетный комплекс «Бук-М1», 1 зенитно-ракетный комплекс «ОСА», 4 радиолокационные станции обнаружения и целеуказания, 4 командных пункта, 7 складов вооружения и боеприпасов и 68 мест скопления боевой техники. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 111 украинских самолетов, 68 вертолетов, 160 беспилотных летательных аппаратов, 159 зенитных ракетных комплексов, 1353 танка и других боевых бронированных машин, 129 реактивных систем залпового огня, 493 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1096 единиц специальной военной автомобильной техники.